Давайте вспомним причины отказа в туристической визе в Канаду. Первое. Вы не предоставили подтверждение наличия средств для путешествия. Второе. Правительство Канады не понимает источник ваших средств, откуда взялись у вас деньги на поездку. Третье. Плохая история путешествий. Если человек раньше не выезжал за пределы своей страны, его заявление будет слабее в сравнении с другими апликантами. Четвертое. Не предоставление надлежащих документов. Во время оформления визы вы должны придерживаться контрольного списка документов на получение. Пятое. Связь с вашей страной. Если ее нет, могут подумать, что вы не вернетесь с территории Канады обратно. Шестое. Срок поездки. Если вы намереваетесь путешествовать по территории Канады очень долго, то это вызовет сомнения. Седьмое. Цель визита в Канаду. Вы должны объяснить, зачем вы едете, что вы будете там делать. Восьмое. Канада использует глобальную систему. Они обмениваются информацией с большинством стран по всему миру. Поэтому оверстей, депортация других стран могут служить отказом. Девятое. У вас нелегальный статус в стране проживания. Десятое. Я думаю, самое важное – это введение в заблуждение. Предоставление ложной информации может повлечь отказ в визе, а также в запрете на въезд в будущем,